Саратовской области внедряют инновации в агропромышленный комплекс. Регион планирует активно развивать аграрное образование и заниматься новыми технологиями. В Агропром будут внедрять современные биопрепараты в рамках проекта «Инагро». Это программа испытания биологических препаратов для сельского хозяйства. В ней принимают участие как крупные холдинги, так и малый и средний агробизнес, что позволяет расширять производство органической продукции и продукции с улучшенными характеристиками. Кроме того, в регионе запустят крупное мукомольное производство. Общая мощность переработки – 1 миллион тонн зерна в год. Запуск производства обеспечит рабочими местами не менее 500 человек. Все соглашения власти региона заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Хороших вам новостей!